Я шел сюда и думал, мне отец спокойно говорил, если хочешь рассказать анекдот, то говори к месту. Чтоб к месту был анекдот, он... И когда я сюда ехал, думал, какой же анекдот к месту такой? Вспомнил. Примерно... Прекрасно. Примерно в 40-х годах рассказали такой анекдот. Стоит группа мужиков, мрачная, не хватает рубля на водку. Идет парень, они говорят, эй, парень, а уже 20 копеек. Вот нету. Ну ладно, ладно, давай. Да нет же. Слушай, давай сейчас бить будем. Ребят, ну нету. Как ты нет? Ты кто такой? Да я студент. Федь, дай ему 20 копеек. Вот так зарождался фонд студенческий еще тогда. Ничего, поешь, я пока что-нибудь расскажу тоже еще. Значит, прекрасно. Может, раз уже пошли, я вынул шляпу уже, значит. Некоторые анекдоты нельзя записывать, нельзя писать, нельзя читать и нельзя по радио их говорить, потому что их не поймут, их нужно показывать. Вот в свое время мы совсем были молодые, с моей женой Татьяной Николаевной, к нам приходили гости, мы им показывали анекдоты, такая у нас была мода. Ну, например, на одного анекдот про сумасшедших. Сидят сумасшедшие. На скамеечке, ну, тихо помешанные, в садике, клиники. Сидят, жарко, они смотрят, жарко, они говорят, пивка бы выпить. Один говорит, ну, давайте соберемся по тройку, сейчас через забор прилезу и принесу пиво. Они собрали, он прилез через забор, подходит к пивному ларьку, говорит, девушка, 5 кружек пива. Она говорит, а куда наливать-то? А, давай шляпу. Она вынула 4 кружки. А пятый не входит. Она говорит, а куда же пятый? Он говорит, ну давай сюда вот сверху. Она налила, он и понес. Понес, через забор перелез, приходит, ребята, говорит, ребят, его принес. Она говорит, что ж так мало? Он говорит, как мало? А во. Показывали анекдоты. Сейчас покажу. Здравствуйте. Здравствуйте. Жена у меня в 5-й палате лежит. Как здоровье ее? Фамилия? Бочкина. Сейчас, минуточку. Бочкин. Вы знаете, Бочкина вчера умерла. Умерла? Да. Гражданин, с Бочкиной все в порядке. Это вот Дочкина умерла, а Бочкина... Не-не-не-не, сказано, в чем? Из одесского юмора. Утром из дома выходит на улицу старый Рабинович. Артист приехал на шефский концерт в колхоз. Привезли их на грузовой машине, стали не слезать,
И одна артистка-балерина неудачно приземлилась и что-то с ногой. Кричат: врача, врача, врача нету. Ну как же, с ногой плохо. Есть только, говорит, ветеринар нас, вот он. Ну давайте это ветеринар, все равно, знаете, кость, кто знает, может, сломано, все. Так, Розаночка, что, что? Что? Ой. А? Ой. Ну, ну давай сюда. Тихо, 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 так, так. А, какая нога-то? Вот это. Это? Больно? Нет. Больно? Нет. Больно? Нет. Больно? Ой! Бррр, блядь!